Но он не запустился почему-то. У меня почему-то был не запущен, действительно, сейчас. Сейчас запустил точно. Блин, получается, там не записалась часть. Что делать? Надо в кого-то выстрелить, что ли, определенного или что? Нет, они не увидели, не запустился стрим. О, просто ждать? Надо было или что? Что-то какая-то... Что за упоротость? Мне норм. Да, но это очень сложно. Удаляй. Выбирайте. Легко же ответить, но... Посередине большой баклан. В смысле, прыгать посередине? Ладно, давайте посередине прыгнем. Это я типа не отгадал, да? Какой хайлайт, я ничего не видел. Да лол, я не смотрю Гитмана. Что ты делал, что смотрю Гитмана? Ты смотришь Гитмана, я не смотрю Гитмана. Ну, видел пару стримов его, не более того. Только, по-моему, когда он рейп проходил, вот это только видел. А, ну и Mass Effect там чуть-чуть еще. Ядрит. А, тут же, кстати, прятаться можно от него, да? А, не, нельзя. Ну, да что залажаю-то как-то вообще жестко. Не, ну это упоротая игра, честно, упор. Начало не было таким упоротым, в начале было более-менее все. Там, более-менее уровни, более-менее босс там был. Но вот это что-то уже какая-то вообще наркомания пошла, чисто воды. Ну, что-то я сам со себя дал зажать. Понятно, сколько у него хп. Это, походу, я неправильно ответил на вопрос. Мне, видимо, как наказание вот это вот, типа, босса. Я так понимаю. Да что ж ты делаешь-то? Что-то он какой-то потный. Ну, в смысле, ну блин, он не потный, ну блин, ну я не знаю. Ну что-то я не могу его ушатать. Ну все. Он начинает больше этих яблок еще пускать, когда урон наносит достаточно много. Траектория какая-то рандомная, по-моему, вообще. Непонятно, от чего меняется. Удаляй, это было вообще легко, ну. Сколько я максимум носил? 5 где-то? Вот сейчас 2. 3. 4.
5, 6. Семь, восемь, все, восемь. Понятно. Первый или третий? Или опять босса убиваю? Второй как бы явно неправильный, и он не изменился, по-моему, тот же самый порядок остался. То есть все статично. Интересно, что там за вопрос вообще? Ну, короче, давайте, ладно. Первый, что ли, сходим? Хрен его знает. Правильно. 25. Ня-ня-ня-ня-ня. Это корень из 5. Или это... плюс-минус 5, или это плюс-минус корень из 5. Второй плюс 1. Блин. Может, дискриминант? Давайте плюс-минус 5. Хрен знает. Правильно. 77, 49, ттт, 18, 8. Ну явно какое число пропущено, да? Так. Ну не 0, наверное, да? Либо 28, либо 36. Потому что, как минимум, они идут по убыванию слева направо. Но на какой у них это признак изменения? Так, 49 насколько меньше, чем 77? Блин, что-то я уже не могу калькулировать в голове. 36. А почему? Вот 49. Ой, 77 минус 49 это 28. Ок. Тогда 36, да? Хорошо. Правильно. Ну я не знаю, ну выбирайте, ну что больше нравится, 20 птичек или, или что-то не птичек, это наверное вигвамы, да? 20 вигвамов, 30 вигвамов или один вигвам? Один. Хорошо. Правильно! Ну тут совсем тяжело. Ну, как бы не знаю. Фонарный этот, линия электропередач, столб. Или какой-то дракон. Или... или забор. Давайте так. Спойлеры? Ну, короче, не знаю. Давайте подумаем. Ну не знаю, как бы... Мне больше дракон нравится. Последний это человек в кепке на шпагате? Ядрить, я не могу это представить. Ну хотя человек в кепке на шпагате это довольно микро, да? Как бы, не знаю, это для Ивана норм. Девушка бежит навстречу. Ну, может быть. А третья тогда, вот это тогда что? Ну, как бы, я не знаю. Ну, я, в принципе, уже высказал свое предположение, что это такое может быть. Ну, пророчь хочет... Этот вот...
столб. Давайте, короче, столб. Нифига себе, правильно. Ой, да это пи. Ну вы поняли, что надо сделать. У кого-то там в гугле, по-моему, пи можно, да, ввести? Так. 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38. В смысле, какой чит? Поехал, что ли? А что я потом и должен вычислять число пи? Ну блин, ну стрёмно ошибиться, настолько уже ответили. Аркосинус ряд Тейлора, ну это ты будешь у себя на стриме делать. Блин, ну не знаю, 4 иероглифа. Подкошенная изба. Сушится белье на турнике. Потом. Не знаю, это эти двери в эту. Как это называется-то? Не кабак, а вот это вот вестерни, знаете, такие двери деревянные, типа входишь там, врываешься. И вот там такие двери тоже. И лестница потом. Забыл, как это называется, заведение-то, где бухали там. Мидбой? Ну так что выбираем-то, 6-7 или 8? Довольно сложный выбор. Мне кажется, 8. Погоди. Ну я жду. Мне-то что... Ты что, хочешь иероглифы ввести? Каким-то образом. Ядрить. Кстати, у меня по идее на телефоне есть переводчик с камеры. Или ты именно это и хочешь сделать? Или был, по крайней мере, надо установить. Только я не помню, он китайский-то понимает, по-моему, нет. Хотя, кто его знает. Сейчас скачаю. Так. Bing Translator. Ну или пророч может сейчас успеет. Ну просто сейчас проиграем, заново придется все. И еще босса валить. Так, качается режим рисования. Ну это удаляй какой-то. Так, а где китайский-то? Так, а где режим? Тут нет режима рисования для китайского. А, есть. Ядрить. Нашел. Сегодня. Первое слово сегодня. Так.
Нашел. Что, что теперь? Странно, теперь говорится, что теперь? Так. Вот этот Е3 сложно перерисовать, третий. Похоже на вот этот. Он спросил это. Четыре иероглифа перевелись как Джинхевенму на русский, почему? Лол. Типа Джинхевенму. Это по-китайски. А на русский он так и перевел почему-то. Слышите, да? А в чем прикол? А на английский хотя бы, нет? Ядрить. Ну, короче, не знаю, что это может быть. Ну, вообще, иероглифы китайские. Ну, давайте попробую сказать, что это не китайский, а японский. Но это, блин, это не японский, ни хрена. А, ну, по-японски, какие вопросы глаза с предприятием? Ну... Может, вам это понятно? Ну, вроде, кстати, странно, это не похоже на японские иероглифы. Так, у меня загрузился переводчик, сейчас я посмотрю, у нем есть китайский или нет. Или вообще какой там автоматический определит, может. Не запускается ни хрена. Ну, не тупи. Ядрить, короче, не знаю. Что-то он тупит, не запускается. Мне сейчас не лень разбираться. Давайте наугад, короче, голосуйте, кто. Первый, второй, третий. Ну давайте, не знаю, 8. Не знаю, то ли отгадал, то ли что. То ли тут любой вариант подходит, или не знаю, я не понимаю. ДТ? Или не ДТ? Ну, пророк, ты долгий. Я не помню, у меня что-то переводчик чуть не запускается, ладно, фиг с ним. Он упоротый. А что из этого да, что нет? Ну... Не знаю, тут с восклицательным знаком. А тут без. Наверное, с восклицательным знаком, да? Нет. Значит, до этого мы реально рандомили. Нифига себе. Ну ладно, там статичный вроде все, так что. Так что просто то же самое ответим, и все. Так, у него 8 хп, осталось 6. Вот это музыка, какая-то прикольная довольно-таки. Так.
Тут у нас первая, по-моему, да? Так, тут плюс-минус 5. Тут 36. Тут один. Один вигвам. Тут у нас, по-моему, столбик, да? Так, здесь у нас 8. Здесь тоже 8. Здесь вот это. Удаляй. Ну, налево или направо, я не знаю. Тут даже не как-то всего по одному иероглифу и 4 восклицательных знака и там, и там. Короче, один. Походу правильные, что ли? Что это за упоры такие? Ага. Да, чуть не упорол меня. Упоротая траектория какая-то. Сколько там еще выбить-то? Тоже, наверное, 8. А, то надо их в них в воздухе, что ли, попадать? Я не сразу собрал. Я думал, просто некоторые сами летят, некоторые нет. Ой-ой-ой-ой. Чё за микрёж? Да ну. Ну ставь. Хотя бы сейф какой-то был автоматически. А, фарок. Да ну это шняга какая-то. Еще 50. Не забанят. То сегодня даже за мат не банят. Не знаю, по крайней мере, днем не банили. Даже за мат, да любые вообще тупо. Может, не знаю, модерация, может, возобновила работу, но днем вообще не возобновила. Ну, не работала абсолютно. Надо просто уворачиваться на время, что ли, да, тут? Ну, когда закончится? Ну и чё я там должен был сделать? Идите поротость. Всё? Доволен? Может, там что-то надо делать было, а я просто так стоял.
Что это? Понятно. Шипы исчезают. Что-то не прет. Интересно, что дальше будет? Я прошел, ну, сейчас это пройду босса, я так понимаю, будет пройдено три мира. И что ж потом? Жесть какая-то. Ну просто рандомная хрень, она всегда жесткая бывает. Какой сложный квест. Не помню, ты вроде мне никакой квест сложный не давал. Да ну как об это можно было упороться? Ты мне никаких сложных квестов не давал, вроде бы. Но я, по крайней мере, не помню. А, я не знаю. Я... Ну откуда? Я не знаю, какой ты ему давал квест. Ну, может, ну не знаю, может, но я ничего не обещаю. Ну как там гидрить? Ну что это? Ждать пока на рандомит, что ли? Ну здравствуй, офигенный рандом. Не знаю, за это фейспалмы ставит, но это не очень. Да. Подсказки юзан. Не, ну ночью, как бы, мне кажется, не пойдет вообще, да. Ну да, силен так-то. Ну он не силен, он просто рандомен. Но... Это не одно и то же. Дурацкий рандом. Да как там убило-то? Ну в принципе, как бы в принципе. Это в принципе.
Да, я не могу сказать, что там будет в принципе. Могу сказать, что сегодня не будет, да, наверное. Вот это я могу точно сказать. Да прыгайте, ну прыгай, прыгай, пожалуйста. Ну. Быстрее бы нарандомить уже его. Оп-оп-оп-оп. Ну неужели, Идрий? Только не умереть бы еще. Только сейчас увидел. Ага, что-то открылось там сверху. Ну давайте посмотрим. Началось. Пошла жара. А, да, тут же музыка рестартится. Ой. Меня эти шипы должны были испугать или что? Ну блин, пророк, а что, по-твоему, все игры должны быть с ужасающими шипами, как в Камиле, что ли? Ну, как бы, то есть я не понимаю, то есть в чем твое недовольство? Ну так я понимаю, если один шип улетел, то тут везде сейчас будет отравивание, наверное. А, вон по нему видно, да, что он улетает на самом деле. Не, ну просто по сравнению с тем не очень то, что сейчас было, как бы, это жара. Ну типа что, айваны, шипы, как бы, это же самое главное. Ну сейвов очень много, конечно. Босс какой-то? А где я? А. В какой телепорт прыгнуть? Удаляй. И как я должен с первого раза откатать? Типа откатал. Упоротость. Я должен был понять, что это центральный. А, так там еще и может не центральный. Ну ладно. А то там еще может быть какой-то из левых был бы. Что-то логика не особо как-то. Вообще логика не особо.
Ну, в первом кажется, что да, типа нижний вниз, да, может быть, типа, ну, хрен знает. Но вот этот вообще никак. Обо что я умер? Подскажете? Я вообще не понял. В этом дело, да? Ядрить. Ну тогда да, есть логика. Ну, извиняюсь. И так, я так понимаю, шипы тоже. Охренеть тогда. Так. Так. Да, закончились давно. Видно какой-то тонкий японский юмор. Нам не понять. О, ну началось. Здравствуй, Мико. Я видел, что за срань. Интересно, как долго? Где стоять надо было? Я не понял, наверху где-то? А, это вот надо пережить снизу. Не, ну если это долгий и сложный эвейденс, то как бы, не знаю. Вряд ли я, наверное, буду проходить. Ну, посмотрим, пока что нормально. Да вряд ли тут сложно, вся игра такая просто простенькая. Вот куда? 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 Я не понял. Вы поняли? Я не понял. Вроде бы сверху там... Так, а как? Там же наверху, там же эти яблоки вначале находятся. Я
Ну, понятно. Ладно, понятно. Ну, что это за, за кораблина? А, забей, там спайк проходить, конечно. Это неправда. Но я же его буду не ночью проходить, ну чё, чё ты сравниваешь? И вообще, чё ты начинаешь? Нормально же сидели. Напомнил мне по какой-то санспайк там. Блин, а чё не так-то? Ну, я хрен знает, что-то я не пойму, как там это размерить эти желтые полосы-то. Или они на меня наводятся? Может тогда справа это все микрить? Эти штуки. Где тут вроде справа же было место, да? Нет, что-то я не успеваю. Значит, все-таки слева надо. Просто немножко не так, как все видно. Оп. Ой-ой-ой. Часы. Ну так качай, проходи, пророк. Что ты придираешься? Я не пойму. Ой, как-то это не очень. Э-э-э.
Ой. Оп. Ну, я не мог этого ожидать. Блин, я и второй раз там сейчас помру по-любому. Потому что я что-то не очень запомнил, как там вымикивать. Ну, по-моему, там на правую сторону как минимум надо пойти, да? И потом там как-то прыгнуть, непонятно. Мне песня не очень нравится. Даже для Авейды, для этого вокалоида. Да, вот это я запомнил, что там снизу стоять хреново. А потом наоборот в центр. А, чё я не прыгнул? Да ну, я не думаю, что такой жесткий ВДС на 4 минуты. Забей, вряд ли. Да, я так и думал, я и там слева не размикрю, надо снизу стоять. Там слишком опасно слева. Яблочко может прилететь так, что как бы и стоять умрешь, и прыгнуть умрешь. Потом начал дергаться, и короче, ну, непонятно. Не знаю, мне кажется, максимум там 1.5 минуты этот ВТНС должен быть. Хотя игра-то 30 там какого-то уровня, не просто же так, зарачена. Наверное, из-за этого ВТНСа. Наверное, из-за ВТНСа у него уровень-то высокий. Это как Метеор Стрим, там же, по-моему, сама игра не представляет какой-то сложности, да? А вот последний босс ядрит. Рановато, там я там больше яблок, чем я думал. Зарачено, по-моему. А не, ладно, выжил. Я забываю страты. Видно, все-таки сказывается время.
Сейчас уже у меня 4 часа утра. Ну, какое утро? Ночь. И что? А я что говорил, что могу? Или что надо там? Ну как бы, то есть ты так говоришь, как будто бы я там что-то пообещал и не выполнил, да? Прям сразу Я как бы никогда не планировал и не планирую устраивать 24-часовые стримы там и так далее. Совершенно. Я не настолько упорот. Ну хрен знает, не в тему тут вообще ум. Ну к тому же я же еще не ушел спать-то. Или там типа марафон ясности ума, ты имеешь в виду? Тогда надо левее стоять. Так, теперь правее, по-моему, да, надо стоять. Теперь хрен знает, где надо стоять. Чё за фигня? Песня ж закончилась. Адская мику какая-то. Два вейденса подряд, но чуть перебор, по-моему, не. Правда, пока что я просто стою, но это пока что. Ну, а может тут сейф был? Конечно. Не, знаете что? Что я вам скажу? Не знаю, ну мне просто... Ну мне не знаю, мне не очень интересно этот VDance проходить, честно. Ну он какой-то скучный. Ну, ну давайте, ну еще попробую, ну... Как бы... Оно не... Я бы не сказал, что оно того стоит. Вот, там не знаю, в Get Rekt'е там было куча классных VDance'ов, которые мне реально хотелось пройти. Потому что они прикольные, там и музыка прикольная, и все сделано графически прикольно, и атаки прикольные. Но здесь, ну что, ну мигу кидает яблоки, ну, ну как бы, ну, ну не знаю, ну, таких сотни, наверное.
Бэйдэнсы существуют. Синспа, кто это? Не, ладно, я не знаю, не хочу сейчас это проходить, честно. Как-то вообще не тянет. Не знаю, наверное, заканчивать буду вообще стрим на сегодня. Ну, вообще, то есть, не только эту игру, а вообще стримить. Простримил я уже... Сколько? 16 часов почти. Это мой рекорд личный. Что я столько никогда не стримил так долго. Ну, правда, там я как бы и Фабинос, можно сказать, замещал. Ну, как замещал? Я-то, в принципе, в скайпике-то сидел. Вот. Ну, тем не менее. Не, ну я игру как бы не дропаю эту. Я ее не дропаю, да? Но... Ну, как бы, новый Дэнс так себе. Ну, может, потом попробую еще пройти. Посмотрим. Все-таки как бы жалко, игру-то проходил там. Ну, конечно, не сказать, что она сложная, но все равно время-то потратил. Два стрима, считайте, да? Вот. Ну, соответственно, теперь уже точно прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Постоянно кто-то приходил, кто-то уходил. Ну, кто-то в начале стримал, был кто-то в середине, кто-то в конце. Кто-то только там в начале и в конце, там как обсервер, например. Ну, Пророк вообще на концерт успел съездить за время, пока я стримил. И так далее. У всех там какая-то жизнь идет, не знаю, какие-то дела поделали, там свои, там, не знаю, погуляли, еще что-то, учеба, работа. А я в это время стримил. Да, ну. И тем не менее, завтра у меня выходной день, поэтому я как проснусь, в принципе, если никто стримить особо не будет... Может, я опять пойду стримить, но только уже не так долго, ну, то есть, ну, как обычно такая, то есть, обычный стрим, то есть, там, ну, 3 часа, да, там, наверное, ну, не больше. Вот, ну, все, всем удачи, всем спасибо, увидимся.